Друзья, всем привет! С вами Олеся Селезнева. У меня есть двое детей. Так вот, сетевой бизнес помогает нам не только работать, да, но и быть рядом с семьей, рядом с детьми. А в данный момент я приехала на каток со старшим сыном Владиславом. И вы знаете, хочу сказать, что во время занятия спортом, как правило, меня посещают интересные мысли, планы, стратегии. Поэтому сейчас я отправляюсь на лед, а потом я расскажу, что нас с вами ждет впереди. Знаете, о чем я сейчас подумала? Вот я на льду, можно сказать, второй раз за зиму и катаюсь, ну, как корова на льду, наверное, да, со стороны. То есть я новичок в этом деле. А ведь есть люди, которые катаются хорошо, да? А есть чемпионы мира по фигурному катанию. Как вы думаете, от чего это зависит? Конечно же, от времени, проведенном на льду, да, то есть они тренировались, они делали определенное количество тех же действий, да, то есть также начинали коряво, но каждый день скользили по льду, делали одни и те же монотонные движения, и в итоге стали чемпионами. Вот в нашем бизнесе то же самое. Мы здесь можем прийти с нуля, но делать то, что делают те, у кого получается, простые вещи, но могу сказать, просто большое количество раз. И вы станете чемпионом в сетевом бизнесе, то есть вы станете успешным и богатым человеком. А я поехала дальше.
скорость появляется. Скоро количество перерастет в качество. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.